Обмен опытом, ценные советы и, конечно же, слова поддержки. Спортсмены-паралимпийцы вместе с активистами Одинцовского отделения «Единой России» навестили участников специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в одном из санаториев округа. Знаете, люди, которые вдохнули в себя в жизнь после каких-то жизненных трагедий. Вот. И они считают, что жизнь продолжается, и мы хотим, чтобы тот заряд энергии, ту любовь к жизни, которую имеют наши ребята, девчата, которые приехали, вам рассказать маленькие секреты, поделиться своим жизненным опытом. Наиль уже не первый год занимается стрельбой из блочного лука. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, из-за несчастного случая он регулярно побеждает на различных чемпионатах и паралимпийских играх. Но спортсмен точно знает, за высокими достижениями стоит большая работа над собой и стремление идти к цели. Спасибо вам за вашу работу, за ваш вклад. Я хочу сказать следующее, что спорт, наверное, это одна из возможностей идти дальше. Также на встрече бойцам продемонстрировали спортивное снаряжение, профессиональные луки и стрелы. Паралимпийцы провели небольшой мастер-класс. Я им все расскажу. Есть специальная программа Паралимпийского комитета России. Единая горячая линия, по которому каждый участник СВО, который получил увечья, инвалидность, может обратиться. Санаторий уже давно занимается медицинской реабилитацией после заболеваний, травм и повреждений. Все пациенты здесь получают полный курс лечения, в который входят лечебная физкультура и физиотерапевтические процедуры. Проводят их по современным методикам. Особенно это актуально стало в последнее время. Мы активно проводим реабилитационное лечение пациентам, пострадавшим в результате боевых действий. И наработанные ранее технологии сейчас, конечно, очень пригодились. В завершении встречи спортсмены пожелали скорейшего выздоровления бойцам и, самое главное, не падать духом в стремлении к достижению своей цели. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».